Основание для задержания! Основание для задержания! Девушка, идите, пожалуйста.
Давайте отойдем с проезжей части. Что вы? Давайте отпустим. Здесь все происходит. Соответствует закону. Ограбление вооруженное? Отпустите людей. Нет, вы понимаете, вы обязаны назвать основание. Хотя бы, да. Знаете, давайте дадим товарищу подполковнику минуту на то, чтобы он выяснил. А можно связаться? Друзья, давайте дадим минуту на то, чтобы это выяснить сейчас. Вот прямо сейчас. Замечательно, можно выйти, почему вы задержали? Ну, у вас же есть раса. Нарекаюсь и харикаю. Ждем сейчас. Ты его освободил. Oh!
деньги украли! Украли! Не, не украли! Вернулись как это Мало.
меня, пожалуйста, сейчас с детьми, если что. Ну, не пугайся, сейчас едем, спокойно доедем до супер.